Друзья, никогда не делала гуакамоле. Сейчас попробую. Очень вдохновилась, увидела у кого-то там на ютубе рецептик и очень захотелось. Сейчас буду пробовать. Нужно авокадо, томаты, лук, халапеньо, но у меня нет такого перчика, у меня есть чили. Может быть, это поможет, не знаю. Так, и чеснок еще надо, сейчас принесу чеснок. И кинза, у нас кориандр. Гуакамоле, гуакамоле, так, я не знаю. Вот этого достаточно, наверное, чесночка. И все будет зависеть от того, нормальный уже или нет авокадо. Может быть, сейчас и обломается мой гуакамоле, когда мы его раскроем. Отлично, отлично. Косточка сама выпадает, хотя люди очень красиво так вот так раз ножом и вытаскивают. Вот, но на самом деле она и так у меня тут выпала, и ее можно вырастить. Мы, правда, не выращиваем, потому что нас нету по 3 месяца дома, и у нас все гибнет на корню. Это мексиканское блюдо. Вот. Спасибо. Папа. Ой, боже мой, боже мой, боже мой. Жестковато. Я, наверное, рано эту. I wanted to make guacamole, Mexican, but I think it's little bit hard. How to make soft? Ну-ка, помоги-ка. You help me make like mashed. Давай, помогай. Сделай мне как... Да здесь, папа. Как пюрешечку. Сделай мне как пюрешечку. Угу. Little bit. Молодец. Молодец, папа. Thank you. Welcome. Did you eat guacamole? Yes, in America. В Америке он ел гуакамоле много раз. Also, I went to Mexico 2 times. И в Мексике он был 2 раза. I like their food. Мне нравится их еда. I never eat, but I read in internet and decide to make. That's why I buy this. In Germany, I go sometimes to Mexican restaurant. В Германии, говорит, в Сарбруккене, говорит, я иногда ходил в мексиканский ресторан. But original better in America. Ну, настоящее лучше in America, да? Yeah. Потому что один from, говорит, мой друг в Америке, он живет в Сан-Диего. И оттуда граница только 20 миль. И мы на его машине ездили границей, ели еду и возвращались. Enough. Other things I will cut. Thank you for help. Ну что, ну спасибо, помог, молодец, рассказал чего-то интересненькое. Так, буду продолжать. Не знаю, наверное, немножко тут жестковато. Не, нормально. Чили, наверное, я только кожуру немножечко возьму, а косточки уберу. Не хочу с косточками. Чуть-чуть. Возьму. Лучше потом перчика черного молотого накидаю. Я просто боюсь ошибиться в пропорциях. Первый же раз. Вот. Все, давай, иди. I love you. Камеру вот на эту штучку сейчас положим. Тыгидым.
Томатики порезала. Лучок. Сейчас порежу. Томатик, наверное, один надо. В общем, сейчас вначале будет проверка. Проверка рецепта, как мне больше нравится. Чесночок. Кориандр. Давайте все смешаем. Добавлю соль, немножко соль. Это соль гималайская. Немножко перца черного молотого. И посмотрим, что получилось. Чипсов у нас нет. Но вместо чипсов я сделаю папад и индийский, тоже чипсы, наверное, их можно назвать, типа хворост, похожий на макароны. Перчено. Вкусно-вкусно. Вот горстку таких штучек. Это будет как бы чипсы. И быстренько достаем, пока они не подгорели. Вот ими я и буду есть гуакамоле. И вот такую штучку, называется папад. И вот такую штучку, ее только быстро-быстро вытаскивать, чтобы она не сгорела. Все, видите, масло сильно кипит. Она уже даже сразу раз и взяла и пожелтела. Надо, чтобы масло не так сильно кипело, как у меня. Для вот этих хрустяшек, чтобы сильно, а для этого не сильно. Так, ну что, надо попробовать. Очень вкусно. Поняла, чего забыла. Вот чувствую, очень вкусно, но чего-то не хватает. Лимон забыла, лимон. Порезала лимон. Вот теперь отлично. Отлично. Их можно, наверное, вот так быстренько хоп-хоп нашпиговать. Вроде бы теперь ничего не забыла. Приятного аппетита. Мне понравилось. Пол седьмого. Дарлинг, you can start make matter, alu matter. Alu matter. I cut everything. Он уже может готовить. Я все порезала. Имею право глазеть в окошко. Дети сразу, ой, дети вот все же видят, я стараюсь не попадаться на глаза. Перестают прыгать, перестают веселиться, начинают глазеть. Алу. Алу. Матер. Это будет картошка с горошком, который мы купили в Тру-Йоге. Вот, уже. Онион, пожалуйста. Товарищ шеф-повар. Что? Ага. Онион. Вот разными можно способами готовить. Вот я, например, в начале я другой узел вяжу, да? Помните, в «Любовь и голуби»? Я вначале в масло кидаю зира и всякие разные специи, чтобы они раскрыли свой вкус в кипящем масле. А Саша по-другому. Саши. No, I tell every man or woman who making, they have different style. Yes.
Somebody put first zira, somebody first onion. Onion and zira is pretty good. Да. Вот он сейчас положил зира туда. Later, alligator, sunrises, my Satadeva, my Sanatana. И читает мантры. Вода, еда вкуснее с мантрами. Он говорит, что индийские карри без лука невкусные. Некоторые места готовят без лука, без чеснока. Нужно лук, томаты, имбирь, чеснок. Это очень важно. Но вот Кришна девоти, they don't eat onion and garlic. Преданные Кришны не едят лук и чеснок. Он говорит, ну, может быть, они не знают. Кришна сказал, не убивать животных, но овощи-то можно. We have to buy, папа. Завтра. Завтра, говорит, купим. Ой, папа, enjoy cooking. Ему нравится готовить. Представляете, у нас тут конкуренция. Он только говорит, я сейчас пойду готовить томаты. Вот. Я говорю, а я уже начала. Да. Он Кришна, вас убивай дома. Давай вот так вот, а то уж очень жарко, очень. You know, darling, ants come in and they bite me now, even they come to my bed. Я говорю, муравьи пришли, и они меня кусают. Они даже пришли, добрались до кровати. Да, нужно купить вот этот Lakshman Line. Я их вот здесь обнаружила. Вот в этой коробке, хотя там только макароны. Сейчас потом пересмотрю. And our throw here, what did you put? Cardamom. Cardamom. And clover. Ай, и гвоздичку. One more. Так. Вот еще. I put them. Три гвоздички. Yeah. And put even three or four, no problem. Даже четыре. Cinnamon also this. What is better? Корицу. Он делает что-то шахи, шахи. Королевское что-то, роял. Yes, роял. Ну, прямо. Только спешки накидают. Ой, там прямо уже яблочным пирогом пах. Ну, сейчас корица такой запах отдает. Соль, да. Гималая соль. Гималайскую соль. Enough, no? Ну, we can put more when it will be not enough. This is что еще? Black this pepper. Black pepper, да. Black pepper. This is garam masala, I think. One is this is garam masala. And this also this garam masala. No. One was coriander powder, really. Да. And this what? Black pepper. Что-то ты много накидал. Куркума. Куркума. Я со своими советами. Вот я очень не люблю, когда я готовлю, он подходит, начинает заглядывать в кастрюли, топчется, еще и советы дает. И вот я такая же. Ага. Воды, стаканчик. И картофель. Картошка. И горошка. Картошка и горошка. Did you put ginger garlic paste? Yes, already. Ah, did you show me? No, I didn't. You put with water? It was drinking water? No, I threw. Ah, you threw. This is nice, very really. And also then put before, no. Кориандр. Ah.
Ой, you like some soup, soup, no? Суп-суп. I like more water, да. Я люблю больше воды, чтобы было как суп. Вот еще добавим стаканчик. Отлично. And we can start to do chapati, да? Yeah. Uh-huh. Yes, chapati I can make here. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратно, я тебе не буду мешать. I not disturb you. No. Чипати. Еще один такой колобок. Я тебя съем. Батермилк? У нас есть два батермилка. Шоу-шоу. Покажи шоу-шоу. Да. Шоу-шоу and... Ой, какой прекрасный суп. Very good soup. You think it's already soft? Everything soft? Мама. More than soft. Я говорю, ты уже думаешь, уже все мягкое? More than soft. Более чем, говорит, мягко. Ой, looks so much. Ой, как хорошо. Суп это хорошо. Суп very good, like soft. Угу. Окей. Большую, говорит мне, дай. Ну, красота. Very хорошо. Хватит. Бас. Ну, вечер же, да, достаточно. Evening. Сам ты big girl. You big girl. I'm big boy. Ты, говорит, большая девочка. Окей. На. This your three чипати. Mine two чипати. I will bring you buttermilk and I will bring you салат. Да. Thank you, Papa, for cooking. Спасибо за приготовление. И вот этого с авокадо ему положу. Забыла, как называется, что я делала. Так. И buttermilk. Приятного аппетита, если кто-то сейчас кушает. Так, все, дорогие друзья. Фоточку сделала на всякий случай, не фотканная еда в рот не лезет. Вот, это значит уже полезет, фоточки есть. Все, всех обнимаю, всех люблю. Всем приятного аппетита, если вы вдруг кушаете. Всем пока-пока. До новых встреч. Ой, ну что, друзья, на середине ужина у нас опять отключился свет. Я вот нашла такую лампу. С Гуа привезли, только надо найти теперь зарядные. Вернее, эти проводочки к ней. У нас странная погода наступила. Кажется, дождь идет. Кругом вспышки молний. Вообще вот. Не знаю, видно, не видно. Во всем поселке отключился свет. Ну, шум дождя слышу. Да, да, есть дождь, есть. Все, придется окна закрывать, чтобы не залило. Знаете, что странно? Мне странно, что эти вспышки идут, а грома нету. Так бывает?
Где гром-то? Я Саше об этом сказала, он говорит, занавесь окна и все. О, ту деревню подключили, которая за мостом. Значит, и нас скоро подключат. Ура. Так, ну ладно.